вас вот эти два господина? Ко мне поступил на телефон звонок. Я не помню, кто звонил, потому что я была в состоянии не совсем адекватно. Представился сотрудником. Кто именно, я не помню. Меня стали опрашивать. Вы давали подписку о неразглашении? Я сказала, нет, я не давала и не дам. Я буду кричать во все колокола, бить, звонить. Буду говорить везде и всем, сколько детей погибло, сколько детей спаслось. Я не буду молчать, потому что мои дети, пятеро моих душ невинных, сгорели заживо, не заперли там. И не открывали эти двери, хотя не могли их спасти. На тот момент в 4:00 там стояли пожарники и сотрудники, они все могли открыть. Потому что они не захотели, они испугались, у нас нет противогазов. Мы стали бежать, нас не запускали. Ребята, тишину, пожалуйста. Подождите, пожалуйста, у меня очень серьезный к вам вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто потерял, кто реально потерял. Не кто пришел поддержать нас, кто потерял в этом пожаре людей. Поднимите, пожалуйста, руки. Я хочу посмотреть. Родственников, кто сколько потерял? Ребята, давайте по-другому. Покажите, пожалуйста, только честно. Покажите, пожалуйста, пальцами, сколько людей. Я пять. Нет, подождите, стойте, мы, женщина, вы опустите. Подождите, вы опустите. Ты тоже опусти. Ребята, давайте, это очень серьезно. Мы сюда пришли, блин, не... Вы пришли за правдой, а не переворот и дурдом тут. А не переворот и дурдом тут делать. Ребята, вы стоите все равно друг с другом, с родственниками. Определитесь, пожалуйста, по пальцам, потому что вот нас тоже каждый поднял по пять, я руки убрал. Посчитайте кто-нибудь, пожалуйста. Давайте. Кто там две руки тащит? Прекратите это делать! Только честно! Но только побойтесь Бога, вы честно перед Богом заявляете. Честно поднимите руки. Кто бы говорил про Бога? Что с этим?